Привет, мои дорогие! Сегодня видео о том, как начинать свой день так, чтобы этот день проходил ну просто идеально, чтобы у вас были высокие вибрации и все получалось ну просто супер-пупер так, как вы хотите, или даже еще лучше. Ведь Вселенная порой даже знает лучше, как вас повести по путям исполнения ваших желаний. Поэтому смотрите внимательно этот ролик. Сегодня я вам дам супер-пупер мою любимую аффирмацию, которая способна перевернуть всю вашу жизнь, потому что она сможет настраивать вас каждое утро так, как ничего другое настроить вас не может. Но прежде чем мы начнем, я хочу спросить у вас, а о чем вы сейчас мечтаете? Какое ваше самое главное желание? Возможно, это любовь. Вы хотите выйти замуж. Возможно, вы хотите встретить человека, о котором мечтаете в своих снах. Возможно, вам нужны деньги, и поэтому все ваши мечты о увеличении вашего дохода. А возможно, у вас не ладится что-то в теле с вашим здоровьем, и вы не можете думать ни о деньгах, ни о любви, пока вы не выздоровели. О чем бы вы ни мечтали, знайте, что если сделать правильные практики в правильной последовательности и сохранять правильный настрой, то это желание может исполниться, если вы приложите силу своего намерения. Как найти в себе эту силу? Как усилить свою силу намерения? Как притянуть к себе то, о чем вы мечтаете? Об этом я буду рассказывать уже очень скоро на онлайн-мастер-классе, который я организую для своих подписчиков и учеников. Он будет абсолютно бесплатным. Вот видите здесь ссылочку? Также ссылочку оставлю в описании. Срочно регистрируйтесь, потому что это ваш шанс очень быстро исполнить ваше желание. Итак, существует огромное количество утренних практик, которые помогают настроить мышление. И я всегда своим ученикам рекомендую, что, конечно же, если вы делаете дневную медитацию, то выбирайте утреннее время, потому что это изменит ваше состояние на весь день. Но что делать, если вы утром не успеваете делать медитацию, вы сонные, хотите поспать, и потом судорожно собираетесь на работу? Есть одна практика, которую можно выполнять, даже если вы торопитесь, и у вас даже нет времени для того, чтобы прослушать аудионастрой. Ну, разные ситуации бывают. Есть одна фраза, которую вы можете повторять, пока вы бежите на работу, пока вы моетесь в душе, пока вы чистите зубы. И эта одна фраза, она очень круто работает, она звучит так. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Сегодня будет происходить то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто, ну, просто невероятно чудесное. Чувствуете энергию от этой фразы? Эта фраза, казалось бы, все обо всем, но она реально заряжает, она реально настраивает ваше мышление на то, что у вас все будет складываться так, как вы хотите. Конечно, я знаю, что вы обожаете мои записанные аудионастрои, и поэтому сейчас эту фразу, эти пары фраз, я вам запишу своим голосом, чтобы вы могли по этому видео слушать этот настрой. Но помните, что если у вас нет под рукой телефона, и если вы чем-то заняты, то вы можете занять свой ум повторением, простым повторением в уме этой фразы. Повторяйте 108 раз, как скороговорку. И чувствуйте, осознавайте, что такого чудесного с вами может случиться. Позволяйте вашему уму развивать свое воображение. А когда вы повторяете эту фразу, вы заметите, что вы думаете только о хорошем, что и требовалось для самого позитивного утра. Ну что, начинаем? Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное.
Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий. Сегодня со мной случится что-то чудесное. Сегодня со мной случится что-то потрясающее. Сегодня со мной будут происходить радостные события. Меня ждет впереди что-то невероятное. Меня ждет впереди что-то чудесное, потрясающее. Сегодня произойдет то, что исполнит мои мечты. Сегодня произойдет нечто чудесное. Я ожидаю потрясающих событий.